Машка-познавашка. Всем привет! Мы с вами находимся на строительной площадке. И как раз в это время здесь работает грузовик. Все верно, умняшка. Кузов грузовика доверху наполнен строительным материалом, который просто необходим при стройке домов. Точнее сказать, был наполнен. Видишь, он уже все выгрузил. Да, вижу, я вижу. Кузов снова пустой, и пора ехать обратно в карьер. Он едет в карьер? А можно и мы с ним поедем? Ну, конечно же, можно, умняшка. Там ведь так интересно. Ребята, посмотрите, кто едет сейчас перед нами. А что здесь удивительного? Это самый обычный карьерный самосвал. В том-то и дело, что карьерный. Мы едем в карьер и самосвал в то же место. Какая ты рассудительная, умняшка. Все верно подметила. Мы уже подъезжаем. Ура! Мы на месте! Побежали смотреть! А это что за махина? Коль мы в карьере, то это карьерный экскаватор. А почему он такой огромный? Видишь, по сравнению с ним самосвал похож на муравья, а на самом деле он же большой. Ну, конечно же, вижу. Но это для меня не новость. Рыть землю в карьерах – очень тяжелый труд. И обычные экскаваторы здесь не годятся. Но я же этого не знала, поэтому испугнул меня этот трансформер. А вообще, предупреждать надо. Да ладно, умняшка, никто ж не смеется. Давай успокаивайся, и этот трансформер, как ты говоришь, сейчас покажет нам всю свою мощь. Я готова смотреть! Давай, экскаватор, начинай выступление! Ребята, а вы готовы увидеть номер? Ну, если готовы, можно начать! И что-то он маленький совсем. Стой, стой, куда же ты едешь? Вот это номер. Теперь и я могу сказать, что раньше этого не знала. Смотрите, смотрите, он поднимает свой ковш. И похоже, для него это совсем не сложно. Что же он дальше будет делать? И почему завелся самосвал? Он что, в ковш решил заехать? Вот-вот, сейчас мы увидим, кто куда хочет. Он едет под ковш! Вот это новость! Спустя несколько минут... Невероятно! Он выгружает бульдозер в карьерный самосвал! Вот это номер! Да, наш экскаватор и вправду силач. Все, кузов полон! Дальше по плану. Это дело теперь в руках самосвала. Точнее, его колесах. Счастливого пути вам, машинки! И до очень скорых встреч!